Всем добрый вечер, мы готовимся к концерту. Угу. Прическа готова. Мастер-стилист Ася Лемешев. Лемешева, да. Потом веночек будет еще. Угу. Здесь комфортно, вот сейчас очень. Вот вперед тебе комфортно. Комфортно, но еще 10 раз упадет за 2 часа. Ну пусть попробуй. 2 часа до концерта. Упасть. Посадочная. Надеюсь. Репетиция. Что я хорошо это все хорошо. Чтобы оно не упадало. Тянулась. 10 раз. Папа знает прическа. Спасибо. Потом еще макияж сделаем. Сейчас иду на репетицию. Да, да. Всем пока. Спасибо. Угу. Если вы хотите быть современным, изучайте ее сам непременно. Танците, что на пленство заберет, хоть похож на горилу человек. Если дама, что скрывать угловато, дай ножки, так сказать, кривоваты, ее в это право нечего пустить, в этом танце так и надо, может быть. У партнера колесо, уже ноги, задевает он бегут все дороги, но так все равно она готова танцевать, если он то нам поможет ей сказать. Ах, мадемуазель, станцуй в жизни, чтобы не считали нас такими дико старомодными, смешными все подряд. Жими это самый модный танец, к нам вознес американец, а придумал Жими сумасшедший говорят. Об этом вам сказали, щенячьи дикари плясали, теперь танцует каждый новый весь палец. Жими, что поделать, это
Імре Кальман, дует з оперети «Балядера», виконують Леся Задорожна та Олександр Сергеєв. Я не знаю, что ты не знаешь, а ты не знаешь, что ты не знаешь. Я не знаю, что ты не знаешь.
Заслужені артисти України Олена Бокач та Олександр Сергеєв. Вечер. Там мне оставили подарок, зритель.
тортик. Приятно. Как зовут? Сейчас будем кушать торт. Какой-то зритель. Я не знаю, как его зовут, но он мне подарил розы. И оставил на проходной торт. Спасибо вам, тайный незнакомец. Какой красивый тортик. Это мы, конечно, пить сейчас не будем. Дождемся какого-нибудь праздника. И цветочки. Гарный концерт. Людей было очень мало, но цветы подарили. Так. Ох, я уже воды набрала. Хорошо, что ваза длинная. Так этот Стаса еще живее всех живых. Уже неделя прошла, 23 числа. Сегодня уже у нас 30-е, а цветочки живые. Так, сюда. Это... Спасибо всем, дорогие зрители, кто пришел ко мне на концерт. Это мне подарила Анна, моя ученица. Зои дочка. Вынесла мне в первом произведении. О, как хорошо сочетается. Так. Отведаем нашего вкусного тортика. Так, как это сделать? Какое-то суфле. Из манго. Так что сладкий стол, что сделаем чай. Дорогие зрители, спасибо вам, тайные поклонники, которые подарили мне такие замечательные цветы. Всех вас люблю, всех желаю хорошего вечера или доброй ночи, или приятного дня, в зависимости, как вы смотрите мое видео. До новых встреч. Я вас люблю.